Модификатор Spherify придает шарообразную форму абсолютно любым объектам. Этот модификатор имеет всего одну настройку – процент. Вот. То есть процент увеличения объекта, которое будет определять степень воздействия самого модификатора на наш объект. Значение этого параметра, так как это проценты, может быть от 0, то есть не может быть негативным, и не может быть выше, чем 100. Потому что 100 – это полная, самая настоящая сфера. Для того, чтобы понять, как это работает, давайте я создам, точнее, сделаю вот так, так, чтобы вы не видели. Сделаю автоки, задам первую кнопку, точнее первый ключ, и на 10 секунде я установлю параметр 20. Так, то есть у нас с нулевой секунды по 10 будет изменяться объем нашего чайника. А если я здесь выставлю 50, сами понимаете, он будет очень по-мультяшному так выглядеть и по-мультяшному увеличиваться.